Давайте убирать. Мамонта чемпиона. Посмотрим, как мы сыграем. Надо этих убирать, маленьких мамонтиков. Ну, это делается, наверное, с этой стороны. Раз мы находимся в этой пещере, в ледяной пещере, будем поступать так, чтобы они не мешали нашему. Ну, ничего страшного, порт есть, все будет нормально. Возвращаемся. Возвращаемся. И наносим удар. Вот так, с повышением урона. Одного убрали. Сейчас вам того убрать. Не знаю, получится, не получится, но перетянул на того момента. Ну, пока можно и наложить эффект бури. Играет со всей планеты. Игра идет онлайн. Посмотрим, как все это сейчас получится у нас. Но мы должны нанести последний удар. Все хотят, 8 игроков, и все хотят нанести последний удар. Ну, вот он, вся загвоздка, ребята. И надо дождаться так, чтобы у вас к тому, чтобы мамонт был уже, чтобы все скиллы были полные. Ну, вот опять убивает нас, у нас, видите, повышение урона полное. Поэтому, порта нету. Да, тут может быть не задачка. Порта нету. Поэтому мы с вами можем и проиграть. Вот так вот. Ну ладно, возвращаемся по-быстрому. Будем пробовать. И будет ли вообще-то, можно ли что пробовать. Останется. Ну, думаю, останется. Просто. Так, вот он, мамонт. У него еще много. Надо обязательно выжить. Если умираете, то плохо это. Сейчас кто скиллы наложит. Ну вот, 3 минуты прошло. 2.30. Тут будет результативный. И ну, тут находится, смотрите, на монеты. Сколько дадут за мамонта. Вот тут. Ну вот, все ждут последнего удара. Все в состоянии. Кто первый начнет? Порт есть? Есть. Так, кто-то наложил. Пошел кусать. Нервы сдали. Надо все тоже накладывать. А она сможет сдуть. Удар. Ну вот, видите, всего 4. Последнего удара рулетка. Рулетка получилась. Последнего удара нам не досталось. Ну и опять, видите, стал альфой. Вот видим, да? Ну, действия альфы многое. Ну и такие действия, как я совершаю сейчас. Ну, ко мне вот друг прицепился. Митенький. Понял, что у меня сильные силы. Так, прыжок, наверное, я его уберу. Ну, с прыжка убрали. А у нас всего-то осталось, ребята. Низкий 367. Так, попробуем. Так, это наш друг, ладно, не будем ему мешать. Бежим дальше. Два тигра. Ну, чтобы за нами шли, надо ставить порт. Так, того мы в прыжке снимем, этого. Ну, получилось, друг. Чего не убрал он его? Не убрал. Ладно. Ну, подумал, что там джамповый. Джамповая птица. Ну, тоже по нику можно определить, кто зашел, девушка или нет. Есть ники 65 килограмм, ну, сразу понятно, что девушка.
Ну и как выяснилось потом, это да, девушка. Так, надо на подзарядку поставить телефон, потому что играешь постоянно, и он разряжается махом. 5 часов игры хватает, к Xiaomi у меня. Так, это что, простые?